на выходных. Да. Там ведь Наталья Горбенко писала, что якобы вы дали зеленый свет на установку этих будок. Там был выдан действительно паспорта привязки временных сооружений на их установку. Там фактически получена была земля в аренду еще в 2014 угу. году. Там она вообще под капитальное сооружение. То есть долго этот проект мы не пропускали. Выдан был, подписан замом. Ну, как бы проект этот я видел, конечно, до того, потому что мы требовали согласования от района, требовали, чтобы с соответствующими службами, у них есть, правда, старое согласование, они после получения аренды земли, есть согласование с Николаевгазом, то, что говорили, установлено. То есть объект проблемный, в принципе, действительно сейчас. Но объект проблемный или незаконный? Ну, проблемные многие мафы у нас в Николаеве. Проблемный. То есть, действительно, там получена земля, был как бы по новому архетипу он сделан, и есть согласование газа, но то, что это подняло такую волну горожан, это, соответственно, вызывает сомнения в том, что он нужен. Но, тем не менее, как бы процедура соблюдалась. То, что там изначально отведена была эта земля, фактически, ну, по проспекту, это уже действительно... Вопрос. Касательно наличия зеленой зоны, там будки стоят посередине деревьев. Тут, посередине, и, да. Тут и тут их подпирают тополя. Это законно или нет? Просто что вот николаевцы сразу говорят, что незаконно. Вы вот как главный архитектор объясните, законно ли это установка? Там ведь нету фундаментов, это, ну, по это сути, мафа. То есть их можно снять и переставить. Действительно, в этом случае там никакие фундаменты не делались, жители это видели, их можно перенести, то есть также техникой поднять и увезти. То есть это действительно пересувная споруда. Сейчас вам известно, их будут куда-то пересувать, убирать, или они там будут пока стоять и работать? Сейчас принимается решение. Пока еще не могу сказать, надо разобраться с документами, потому что в данном случае действительно многие, ну, как бы документально процедура была пройдена. Пока по документам эти будки законные. Там потому есть аренда, там есть согласование Николаевгаза. Есть аренда, да. Есть согласование Николаевгаза. Что дальше будет? Ну, сейчас занимаемся этим вопросом.